Один, два, три. 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 Один, два. Один, два, три. Один, два, три. Один, два. Монитор пока ничего. Один, два, три. Один, два, три. Один, два. Один, два, три. Один, два. Один, два, три. Один, два. Один, два, три. Один, два, три. Один, два. Один, два, три. 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 Один, два. Один, два, три. Да? Понятно, что генератор. А там если... Пропан армада тоже самое. Thank you.
два, три. Один, два, три. Отлично вообще. Супер.
Yeah.
Товарищ Кравченко. Разула. Просто квадрат его. Thank you.
Сына! Нет, не он! А я вот так, и гравирую. Какая-то война будет.
Рыбка, марш! По нашим рукам. Да, шагам. Марш! Василий, сюда смотри. Где они?
Они будут мусоровать. Не стреляйте. Раз, два, три. Папа, ты
Раз, два, три. Я пою. Это мама. Это тетя. Раз, два, три. Раз, два. Это тетя. Это дядя. Сан, тебе что мама сказала? Что сейчас? Сейчас я говорю. Ну сейчас пойдет. Три. А? Здесь. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Да, ты что, видишь, что все вкусно? Вон там, здесь стоит. Сейчас я пойду. А папа сказал, зачем? Чтобы поедет в дом. Раз, два, три. Эй. Сиди. Эй, раз, два, три. Скажи, что я купаюсь. Куда? Здесь не путь. Ну не путь, это развернемся. Зачем вы зиму здесь? Пап, что сейчас будет? Папа, ты... Папа, ты не а? Видно. Я здесь. А я там. Мам, пойдем на площадку. Окей. Ну, тише, грохнись сейчас еще зубами. Полиция. Надо внимательно. Зачем? Мамушка, где ешь? Мам, пойдем с меня. Где ты? А, ты смотри, дядя снимает. Убери свою голову из экрана. Что? Дядя снимает.
Вот. Да не хочу это поставить. Потому что. Вот пошли погулять, а не поставить. Это моя мама. Три, раз, два, три, эй, 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 раз, два, три, эй, эй, эй.
Раз, два, три. 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 Раз. Аккуратно, ты чё? Я фоткаю. Иди, парень. Ой, мама, я мама. Ой, я мама. Пап, оплачь. Оплачь, пап. Пап, мама, пойди. Ты тихо, смотри. Смотри. Держи. А мне все видно. Хватит, снимай. Мама, пойди. Пойдет, да? Писить, вот это серьезно. Вот пойдем пореже. Где? Ну, где не будет? Что, что, что? Что? Сюда, мам? Да? А? Байковый канал. Чуть правее встань, а туда зацепили. Чуть-чуть. Я мешаю. Ой, мам, ты чего не сними? Ну, как я вот правее встань? Да, офигенно. Thank you.
должен минуту 40. Ну, что ты сейчас, понимаешь, вырву, да? Thank you.
Лёш! Здорово! Привет, ребят! Ты что, уже приехал к нам? Да я на мать еще сорвался. Погреться. Ну, я так и знаю. Да ничего, у меня сейчас делегация тоже. Я могу не Вон, развернись. Я мало? Не знал. Нет, я мало немецкий. Совсем к управлению кадров, там целая бригада, они весь нагоне мне брали себе на ломайке, там целые какие-то. А вот да? Ну, а они попросили. Они взяли, зажгли и соответственно. Чтобы нам покажи. Да. А на чем это здесь надо будет? Самолет? Аня, я здесь! Где наши люди? Вот мы все стоят. Анна Валерьевна, иди сюда. Вон, захвати милиционера. Позови. Сотрудника нашего, позови еще быстрее. Я не прохожу. Давай, где они? Вот. Жаль, ну, что ты, давай на телефоне, что ты долго вот здесь будешь? 11 улетает. Ну давай, если что, созвонимся. Добро. Давай, Геннадий, пока. Давай. Олег, у нас Андрей Вячеславович. Да вот только сейчас заходим, еще не зашли. Заходим. Спасибо, Олег.
Разные расчеты, становись. Закончили шевеление. Пятиминутная готовность. Да.
мне подошло. Ко мне туда подошло. Внимание! Говорит и показывает город-герой Волгоград. Наши микрофоны и телевизионные камеры находятся на главной площади города. Уважаемые ветераны, волгоградцы, гости города-героя. Слово для поздравления по случаю празднования 79-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов предоставляется губернатору Волгоградской области, герою Российской Федерации Андрею Ивановичу Бочарову. Вечная память падшим. Thank you.
парада Великой Отечественной войны построена. Командующий парадом генерал-майор Бакыев. Thank you.
заместителю начальника штаба Южного военного округа генерал-майору Заботоцкому Константину Николаевичу. Слава народу победителю! Ура! 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 Отечественной войны 1941-1945 года. Войны
одеты в современную форму одежды трех видов вооруженных сил Российской Федерации: сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота. Разный расчет возглавляет командир роты и гвардии капитан Григорий Лазарев. По площади проходит парадный расчет главного управления МВД России по Волгоградской области. Личный состав в форме бойцов легендарной 10-й стрелковой дивизии войск НКВД. Летом 1942 года воины дивизии первыми встали на защиту нашего города и сражались с превосходящими силами фашистов до подхода регулярных частей Красной Армии. Парадный расчет возглавляет командир батальона дорожно-патрульной службы подполковник полиции Виталий Крайнин. Перед трибуной сотрудницы полиции в форме регулировки со времен Великой Отечественной войны, которые стали визитной карточкой нашего города. Парадный расчет возглавляет подполковник полиции Эльвира Замойкова. Перед трибуной сотрудники пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Волгоградской области. Пограничное управление является правопреемником 38-го краснознаменного пограничного отряда. Возглавляет парадный расчет начальник пограничного управления полковник Вадим Синицын. На площади павших борцов знамя 20-й гвардейской мотострелковой прикарпатско-бернинской краснознаменной ордена Суворова дивизии. Знаменную группу возглавляет гвардии подполковник Алексей Зверкин. Торжественно маршем проходит парад расчет военнослужащих 255-го мотострелкового Волгоградско-Корсунского краснознаменного полка имени Шумилова. Парад расчет возглавляет командир роты, кавалер ордена мужества, гвардии капитан Владимир Гудасов. Парадом в строю проходит парадный расчет 33-го Бернинского донского казачьего мотострелкового полка. Возглавляет парадный расчет командир взвода лейтенант Сергей Аркадьев. Парадное шествие продолжает военнослужащие 37-й отдельной железнодорожной бригады. Парадный расчет возглавляет командир батальона подполковник Алексей Братухин. Более 50 лет личный состав бригады верно служит Отечеству. На площади личный состав 28-й отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты. Парадный расчет возглавляет командир батальона подполковник Сергей Крицку. Парадом в строю подразделение 40-й гвардейской краснознаменной ракетной бригады. Парадный расчет возглавляет начальник службы радиационной, химической и биологической защиты бригады гвардии майор Павел Зинуев. Торжественным маршем по площади павших борцов проходит личный состав 39-го полка радиационной, химической и биологической защиты. Парад расчет возглавляет заместитель командира полка подполковник Владимир Лунга. Продолжает парадное шествие военнослужащие 33-го от Иркутской звезды Александра Невского, Кутузова третьей степени, инженерно-саперного полка. Во главе парадного расчета заместитель командира полка подполковник Константин Макаров. На площади павших борцов военнослужащие женщины 20-й гвардейской мотострелковой дивизии. Парадный расчет возглавляет помощник начальника службы радиационной, химической и биологической защиты дивизии гвардии капитан Алена Ильева. На площадь выходит чеканя шаг воины в храповых беретах. Военнослужащие 22-й отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения войск Национальной гвардии Российской Федерации. Парадный расчет возглавляет командир бригады.
46-е парадные расчеты офицеров Главного управления МЧС России по Волгоградской области. Парадные расчеты возглавляет первый заместитель начальника Главного управления полковник Андрей Карасян. Женскую коробку возглавляет полковник внутренней службы Марина Никоненко. На площади парадный расчет управления Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области. Парадный расчет возглавляет кавалер Ордена Мужества, полковник внутренней службы Виктор Акула. Майор юстиции Алексей Ильич.
организовать парад учащихся кадетских классов МЧС России, созданных по инициативе Главного управления МЧС России в Волгоградской области. Возглавляет парадные расчеты полковник Олег Гаврилов. Женский расчет возглавляет капитан внутренней службы Дарья Васильева. Парадный расчет Волгоградского техникума водного транспорта имени адмирала флота Николая Сергеева. Техникум является единственным учебным заведением Волгоградской области, которое обучает профессиям русской направленности. Во главе расчета майор запаса Андрей Малунин. Волгоградского отделения Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности». Парадный расчет возглавляет Дмитрий Шунин. Продолжают движение воспитанники Кадетской школы имени Героя Российской Федерации Сергея Солнечникова. Возглавляет парадный расчет директор кадетской школы, заместитель директора подполковник запаса Александр Крижарин. Впервые парадом встают учащиеся авиационных кадетских классов средней школы номер 6 Центрального района Волгограда, дополнительно обучающиеся в центре Качине имени гвардии Советского Союза летчика-космонавта СССР Владимира Шаталова. История центра идет от Волгоградской школы юных космонавтов Качинцев, созданной на базе Качинского высшего военного авиационного училища летчиков. Парадный расчет возглавляет директор центра «Качинец», выпускник Качинского училища Виталий Сахаров. На площади павших борцов учащиеся кадетских классов созданы по инициативе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Парадный расчет возглавляет капитан полиции Дмитрий Подкрусин. Прохождение парадных расчетов завершает парадный расчет девушек кадетских классов Министерства внутренних дел Российской Федерации. Во главе расчета лейтенант юстиции Наталья Качкова. Сегодня в образовательных учреждениях города Волгограда и области обучаются более 4000 кадетов.
победе бывших борцов, один из символов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Лучший танк Второй мировой войны, легендарный Т-34. В 1942 году каждый второй танк, воевавший на фронтах страны, схватил с Тангинова Сталинградского тракторного завода. Командир танка, гвардии лейтенант, Раф Шибас, Виталий Владимир, гвардии танка, Василий Чепелик. Впервые в параде Политехническая установленная историческая техника Государственного автономного учреждения дополнительного образования Волгоградской области спортивной школы «Юный Ястреб» имени Героя Советского Союза Александра Чеслова. Также традиционно свою технику демонстрируют региональные общественные организации «Моторы Сталинграда» и «Сталинград Армия Дон». По площади проезжают тяжелые мотоциклы М-72. Мотоциклы выпускались крупной серии с 1941 по 1960 годы. На площади бывших борцов армейский автомобиль повышенной проходимости «Вирис». Машина имеет рамную конструкцию с открытым легким кузовом. Продолжает движение советский военный полноприводный легковой автомобиль ЗАЗ-67, поступивший в войска с 1943 года. Автомобиль использовался в штабных и разведывательных целях, а также как легкий артиллерийский тягач. Легковой автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-69 в боевом строю заменил автомобиль ГАЗ-67. Производился в период с 1953 до 1972 года. Пожарная машина ПМЗ-2 на шасси ЗИС-5 выпускалась более 20 лет и являлась главным помощником пожарных в довоенной, военные и послевоенные периоды Советского Союза. Воплощенная пожарная автоцистерна АСУ-20 на шасси автомобиля ГАЗ-51А. ДДР-82А, российский бронетранспортер, лучший в своем классе. Вооружение предоставлено скорострельной 30-мм пушкой 2А-72, спариваемую с пулеметом ТКП. Мимо трибун проходит боевая машина «Тихоны» третьего поколения «АСС-3». Машина предназначена для повышения мобильности и защищенности личного состава мотострелковых подразделений, ведущих боевые действия. Ее отличает более мощное вооружение – 30-мм и 100-мм пушки. Последняя способна стрелять управляемыми ракетами, а также три пулемета и комплекс активной защиты «Арена». Продолжает движение автомобиля УАЗ «Патриот». «Патриоты» с 2015 года заменили в войсках старую модель Ульяновского автомобильного завода УАЗ-23562, который около 4 десятков лет верой и правдой служил на благо Родины. Впервые в парадном строю образцы защитного специального транспортного средства военной полиции «Айстейс» на базе автомобиля «КамАЗ». Бронеавтомобиль предназначен для перевозки личного состава в районах боевых действий и специальных операций. На площади бывших борцов автомобилей «КамАЗ», буксирующий пушку «Гаубицу Д-20». «Д-20» — это одна из первых советских арт-систем, способных вести огонь как обыкновенными, так и тактическими ядерными боезапасами. «Гаубицам СТАБ», предназначенная для уничтожения тактических средств ядерного нападения, артиллерийских и минометных батарей, танков и других бронированных средств разрушения полевых фортификационных сооружений и пунктов управления противника, активно принимается в зоне специальной военной операции.
звуки легендарного марша прощания Славянки совершает прохождение парадных расчетов срочный военный оркестр Волгоградского гарнизона под руководством начальника оркестра гвардии майора Анатолия Никитчина. Ни одно торжественное, праздничное и официальное мероприятие в городе героя Волгограде не обходится без военных музыкантов. В их составе лауреаты и дипломанты различных конкурсов. Они неоднократно выезжали в районы боевых действий, где в непосредственной близости от передовой давали концерты нашим ребятам, поднимая их боевой дух.